Количество заболевших вирусом H1N1 в Дагестане за последние две недели увеличилось с 20 до 49 человек, сообщает Роспотребнадзор. Всего в регионе зарегистрировано более 5000 случаев ОРВИ, большая часть заболевших в Махачкале. В целом эпидпорог не превышен, говорят специалисты Роспотребнадзора. Однако врачи предупреждают о возможных осложнениях гриппа и ОРВИ при симптомах вирусной инфекции. Они рекомендуют обращаться в медучреждение. Кроме того, в инфекционной больнице, отмечают, за последние две недели прослеживается динамика роста заболевания у детей. По сравнению с тем, что было недели две тому назад, порог заболеваемости растет, но эпид-порог не превышает то, что должно быть выше. У нас на данный момент находится 42 больных, из них 38 находятся ОРВИ, ангины, ларинготрахеиты.